Добрый день, уважаемый рыболов. Вашему вниманию предоставляется очередной ролик лекции «Диафильм» из серии «Видеолаборатория Станова». Но сегодня мы с вами поговорим вот о какой вещи. Я уже не буду вам эту историю напоминать, уверен, вы ее помните. Че там Одиссею нашептала Афина? Ну, чтобы не ступал первый на Троянскую землю, ибо кто ступит, тот без сомнения умрет. Ну и вот толпа греков стоит, все знают это предсказание, никто прыгать не хочет, но в то же время куча заведенных в жопу, всех жаждут воинской славы такой. В Юнову все-таки Кузьмины, Чернушенки. Все заведены там до предела. Одиссей понимает, надо прыгать. Ну так как же предсказание? Ну вот что, он бросает щит, там куча прыгнувших сразу вслед за ним. Но он-то прыгнул не на землю, а на щит. А многие не поняли. Но я так по аналогии, вот вы подумайте, многие рванулись вперед, эксперты они. Ну-ну, ковбой, давайте, вовремя. Соломки только забыли постелить. Ну, как обычно, петух-то жареный в жопу пока не клюнул. Не торопитесь, клюнет, еще успеете, я вам это гарантирую. Ну так, в общем, достаточно, вы об этом подумайте. А я на сегодня прощаюсь с вами. Удачи вам, всего хорошего.